Привет! В канун Международного женского дня мне бы хотелось рассказать, как появился этот весенний праздник, кто его основал и другие интересные факты про Международный женский день. А всех дам искренне поздравляю с вашим праздником! Идея Международного женского дня принадлежит Кларе Цеткин. Обратившись к истории, можно узнать, что женский день задумывался как день выступлений представительниц слабого пола в борьбе за свои права. Недаром же изначально полным названием праздника, отмечаемого 8 марта, было Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Считается, что феминистки Клара Цеткин и Роза Люксембург призвали представительниц прекрасного пола устраивать в этот день митинги и шествия, привлекая всеобщее внимание к проблемам женщин. Именно они выбирали эту дату, исходя из старинного немецкого предания. Женский праздник отмечали еще в Древнем Риме. Традиция чествовать в этот день женщин зародилась в Древнем Риме, когда мужчины, скрепя сердце, уделяли своим женам повышенное внимание и одаривали их подарками, а рабынь освобождали от любой работы. Граждане Рима одевались в праздничные одежды и отправлялись в храм богини Весты для поклонения этой хранительнице семейного очага. Еще за месяц до 8 марта начинается ажиотаж вокруг этого дня. Все СМИ, рекламные плакаты, а также окружающие напоминают мужчинам о возможности подарков и внимания. Однако статистика показывает, что примерно 30% молодых людей ежегодно забывают о празднике и поздравляют женщин с опозданием. Интересно, что среди знаменитых людей, рожденных 8 марта, почти нет женщин. При этом считается, что родившиеся в этот день женщины обладают не мягким и кокетливым, а сильным и суровым мужским характером. Хотя праздник и называют международным, но на деле он отмечается лишь в 32 странах. Вот таким на деле является Международный женский день. Пусть все споры утихнут, а каждая девушка в этот день получит то, чего хочет. Для кого-то это будут цветы и бриллианты, а для кого-то повышение на работе и признание независимости и успеха. А на этом все. Если понравилось, ставь палец вверх и подписывайся.